Мышеловка очень проста в изготовлении. Пружинящую протяжку можно сделать из велосипедной спицы. Загнув колечко для упругости, ее нужно забить в деревянный брусок, в котором перьевым сверлом на 22 просверлены отверстия для приманки. Затяжную рамку лучше сделать из тонкой проволоки и продеть верхнее колечко пружины. Подогните пружину так, чтобы рамка была постоянно в натяжении, и при этом чтобы у нее был запас хода по высоте. Для зарядки мышеловки зафиксируйте гвоздем рамку в нижнем положении. Рамка должна входить между передней планкой и деревянным бруском. Теперь возьмите натуральную, несинтетическую нитку и с помощью крючка проденьте ее в два отверстия, проходящие через весь брусок в сантиметре от входа. Так, чтобы мышь не смогла добраться до приманки, не перегрызя нитку. В этой мышеловке нитка является спусковым крючком, и как только мышь ее перегрызет, мышеловка сработает моментально. После того, как нитка будет завязана, можно вовнутрь насыпать семечек или положить другую приманку. Теперь, аккуратно нажимая на пружину, вытаскиваем предохранители. Нитка при этом должна натянуться, а значит, мышеловка готова к приему непрошенных гостей. Теперь ваш кот будет всегда сыт и доволен. А если ролик вам понравился, не забудьте поделиться им с друзьями и поставить лайк. А если вы знаете более простую конструкцию для ловли мышей, напишите в комментариях. Ссылочки на проверенные модели приветствуются.